Сегодня у нас будет последняя, финальная проповедь из цикла «Большие уроки от самых маленьких». Мы с вами говорили о разных маленьких животных. Это вообще принцип Христа. Он духовные истины показывал часто в таких наглядных примерах, притчах из жизни там, природы, из разных ситуаций. И мы смотрим на мир, животный мир, созданный Господом, смотрим на самых маленьких представителей животного мира, потому что даже в маленьких вещах есть большие уроки, которые Господь желает нам преподать. И мы с вами во время последних проповедей говорили о разных языках. Язык отражения, язык, разные языки мы говорили, да, был язык запахов, вот. Ну и, конечно же, я думаю, как бы завершить все нужно таким, как бы для нас самым популярным языком, самым распространенным, когда мы вообще говорим о языке, конечно же, мы думаем о чем? О словах. И давайте посмотрим сейчас маленький отрывок из научно-популярного фильма, где показаны как раз вот маленькие животные, как они общаются звуками, речью. А потом продолжим вместе с вами. Внимание на экран. Голодному карпу бросили корм. В соседнем аквариуме рыбы не видели этого. Но они слышат жующего собрата. И ищут у динамика корм. Хватают даже камешки. Еще один эксперимент. Впустим к хищникам верховок. Звук захвата рыбы в этот аквариум мы не транслируем. Он раздается здесь. Паника. Теперь включим верхний репродуктор. Это хищник жует верховку. Реакция та же. Значит, звуки имеют сигнальное значение. Инкубатор. Динамик. Микрофон. Ты когда-нибудь слышал голос неродившегося цыпленка? Еще не родившись, они понимают мать. Крик опасности. Притаились. А эти сигналы руководят проклевом. Призыв. Цыплята послушно выполняют приказ. Неважно, что эта штука совсем не похожа на маму. Это значит... Но прежде чем сделать выводы, еще один эксперимент. Накроем цыпленка звуконепроницаемым колоколом. Курица его прекрасно видит. Но не слышит. И уходит. А теперь спрячем цыпленка под картонным колпаком. Курица не видит его, но слышит. И возвращается, чтобы помочь. Ну вот такой интересный фрагмент, где как показана важность речи, да, когда видели в одном аквариуме кормили рыбок, и там был микрофон, а в другом аквариуме был динамик от этого микрофона, и там рыбки слышали просто происходящее в другом аквариуме. И когда они слышали, как там в другом аквариуме все
с удовольствием кушают корм, то, хотя в их аквариуме ничего не было, был только звук, но они все искали, что они сейчас должны кушать. Все пытались там поесть, хотя корма не было, да? И когда, наоборот, в первый аквариум, где был только микрофон, да, посадили хищника, который стал хватать мелких рыбок, то в другом аквариуме, где не было хищников, но был просто динамик со звуками атаки хищника, да, то там, хотя вроде бы хищников никаких не было, но во втором аквариуме была паника, да. И дальше опять еще одни маленькие животные, цыплята. И вот этот яркий такой эксперимент, когда курица, видя цыпленка, но не слыша, уходила. И с другой стороны, когда накрывали колпачком картонным, где не видно, но слышно, и курица возвращается. И вы знаете, конечно, когда смотришь это, то сразу вспоминаются знаменитые слова из послания апостола: «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». Да? Вера от слышания. То есть вообще, если мы говорим о вере, о любой вере, слышание порождает веру. Когда мы говорим о Божьей вере, то это не просто должно быть слышание, конечно же, это должно быть слышание Слова Божьего. Но вот сам вот этот принцип, да, что порождает веру, это очень важно понимать. Веру порождает именно слышание. Вот, например, можно два брата, вот Алексей и Михаил, пожалуйста, пройдите, вот смотрите, два брата, и не просто два брата, а два служителя церкви. Поднимитесь на сцену, пожалуйста, да. И вот, вот представьте себе, да, вот вы видите, как два брата, да, вот один в белом, а другой в черном, да, и вот этот злой брат, да, берет и бьет этого, да, бьет служителя церкви, да врежь ему по-настоящему, вот, вот, и вы видите такой случай. Спасибо, братья, да, вот смотри, ты это видел, как Михаил ударил Алексея. Для тебя это шок. И видение что порождает? Что видение порождает? Ну, что порождает видение? Мысли порождает. Ну, непонятно мысли, но... Что? Выводы делают. Выводы мы делаем из всего. А вот именно видение, что нас порождает? Ну, я надеюсь, мы доделаем видение и всего. Так вообще-то хорошо делать. Эмоции тоже от многого рождаются. А вот именно видение что порождает? Вот Александр закричал поверить. Вам нужно верить, что Михаил ударил Алексея? Нет. А что вы делаете? О, знаете, видение порождает знание. Как написано, да, если мы знаем, то зачем нам верить? Ты это все видел сам, и тебе в шоке. Как? Пастор, у тебя один служитель ударил другого служителя. Почему ты сплетничаешь? Да я не сплетничаю, я знаю. Я лично видел. Видение, зрение порождает знание. А если приходит человек и говорит: о, вы не представляете, только что буквально... минуту назад один из служителей нашей церкви врезал другому служителю из нашей церкви. Тут уже что появляется? Да, ты не видел. Видение порождает знание, а слышание что порождает? Веру. То есть ты веришь, либо не веришь. Все зависит от того, кто говорит. Правда же, да? Чему-то мы верим, слышанному, чему-то мы не верим. Но сам принцип веры, вера, она порождается слышанием. И поэтому, конечно, да, знать хорошо. Знание, как сказал Декарт, сила. Когда мы видим, мы знаем, это порождает силу. Но Библия утверждает, и наша жизнь также показывает нам, да, что вера, она ничуть не меньшая и ничуть не менее значимая сила, чем знание. И не случайно Библия говорит, да, по вере вашей да будет вам. Вера слышание порождает веру, вера влияет на нашу жизнь. По вере да будет нам. Как начинается Священное Писание? Первая глава, первые стихи книги Бытие. Вначале сотворил Бог
небо и землю. Когда мы смотрим не на Ветхий Завет, а на Новый Завет, то первая глава, первый стих евангелиста Иоанна как звучит? Самые первые слова такие же, в начале. Но если в Бытие написано «сотворил Бог небо и землю», то Иоанн говорит: «в начале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть. Помните, да? И без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, если книга Ветхого Завета раскрывает нам некую, вот как все происходило, да, некую вот видимую часть показывается, то Иоанн показывает, что стояло за этим. Вначале началось творение всего. И мы видим, что творение, в центре всего творения было Слово. Вначале было Слово, и Бог так и творил. И сказал Господь, и стало так. То есть в Слове заложена сила, и не только в Слове Бога. Конечно, в Слове Бога великая творческая сила. Но Евангелие, и Ветхий Завет, и Евангелие, Новый Завет говорят нам вообще о важности слов. В притчах говорится: жизнь и смерть во власти языка. В Новом Завете Иисус сказал: от слов своих человек оправдается и осудится. Здесь показано, что насколько великой силой обладают слова, насколько колоссально воздействие слов, насколько формируют слова ту веру, которая в конечном итоге уже, в свою очередь, формирует нашу с вами жизнь. И поэтому мы видим, как вот, вот эти яркие примеры, что порой слышимое, да, сильнее влияет на нашу жизнь, чем даже видимое. Вот курица, да, слышала цыпленка, старалась ему помочь, хотя не видела его. А когда видела, но не слышала, то преспокойно уходила. И рыбки точно так же ориентировались не на то, что происходило в аквариуме, а на те звуки, которые доносились из соседнего аквариума. И они это проецировали на свой аквариум и вели себя в соответствии с тем. То есть смотрите, драгоценное, что очень часто в нашей жизни, да, знание, сила, видимо, чрезвычайно важно, конечно же, но слышимое порой перечеркивает то, что мы видим, и сила нашей веры порой намного более значима в некоторых ситуациях нашей жизни, чем знание, потому что, вы согласитесь, мы очень многого с вами не знаем, да? Большинство вещей мы принимаем как? На веру. Мы это не видели сами. Я думаю, что практически никто из сидящих здесь не были там в Австралии, например. Мы не были в Австралии, но мы верим это, потому что мы об этом слышали, и мы верим там, где это есть, это таинственная какая-то там Австралия. Вот. А, например, многие там были, например, в Москве. И хотя мы сейчас Москву с вами не видим, да, но мы видели ее, и вам не нужно верить в существование Москвы, вы ее видели, и вы знаете, что она есть, правда же? Знание существует, есть этого, да? Вот. Но большинство людей, о существовании в большинстве стран мы с вами все-таки верим, что они есть, мы там не были, и мы не видели это лично, мы лишь доверяем словам тех, кто якобы там побывал, по их утверждениям. Вот. То есть это порождает веру. То есть драгоценные не только христиане, все люди на этой земле живут прежде всего верой. И все дело в том, как мы строим нашу веру, во что мы верим, что является центром нашей веры. И я думаю, что будет очень логично, если мы с вами перейдем вот от этого ролика к 8 главе Евангелия от Луки и прочитаем, наверное, одну из самых лично для меня дорогих притч. Я, наверное, больше всего проповеди построил именно на этой притче Иисуса Христа, чем на других, например, его притчах. Потому что она очень яркая, очень такая наглядная. И что важно, она объяснена самим Иисусом, потому что есть некоторые притчи, которые нам не объясняются Христом, просто мы их слышим, но объяснения нет. Но слава Господу, ученики решили эту притчу уточнить, и потому у нас есть, помимо самой притчи, еще толкование Христом своей притчи. Вот, Лука 8 глава, 4 стих. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, и он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое». И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя,
засохла, потому что не имела корня, не имела влаги. А иное упало между терниями. И выросла в тернии и заглушила его. А иное упало на добрую землю. И, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него: «Что бы значила притча сия?» Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах. Так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И вот еще 18 стих хочу прочитать здесь же, в этой главе. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Видите, опять Иисус показал, насколько важно наше слушание, слышание, насколько важно, как это сильно влияет на нашу жизнь с вами. Потому что Бог призвал, чтобы мы приносили плод. И невозможно приносить добрый плод, эта притча показывает, если ты пренебрегаешь языком речи, языком слов. Потому что, слава Господу, в отличие от этих прекрасных там маленьких существ живых, которые общаются там какими-то звуками своими, какими-то там вот сигналами общаются, нам Бог дал не просто звуки, не просто «а», «о», «у», да, у нас есть слова, у нас есть речь. Это, конечно же, огромное благословение, когда это правильно используется. Не умея правильно использовать слова, не умея правильно слушать, мы не сможем быть плодоносными для Божьего Царства. И вот я говорю, что об этой притче и много, часто проповедовал, но я хочу вам сегодня показать как бы вот эту притчу вот как раз вот в свете всех тех проповедей, которые у нас с вами проходят в последнее время. И вы знаете, вот если мы с вами посмотрим на три почвы. Первая почва, которую, ну, там четыре почвы, но вот больше, конечно, всего три разберем первых, да? Первая почва — придорожная почва. И Иисус говорит, что это те, кто слышит, но там прилетают птицы и все это уносят. То есть это слово, оно слышимое, но оно даже как бы в нас не проникает. И самая первая вещь, когда мы говорим о языке, важно уметь слушать. К сожалению, мы живем с вами в такое время, когда люди все с большим трудом могут сконцентрироваться на чем-либо. Я вот вам покажу сейчас, вот смотрите, у апостола Якова, 1 глава, 19 стих, вот есть важные очень слова, смотрите. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленен на слова, медленен на гнев». Мы часто так сильно сконцентрированы на том, что хотим выразить, что хотим слова сказать, что мы не слушаем друг друга. Я думаю, часто мы находились в таких ситуациях, когда, смотрите, множество людей что-то говорят и спорят друг с другом. Хотя, если прислушаться, они, в принципе, говорят об одном. Правда же? Говорят об одном. Часто разными словами, но об одном и том же. И ты думаешь, зачем вы спорите? В принципе, то, что вы говорите, дополняет одно другое.
Это так, но они спорят, потому что они не слушают друг друга. Не слушают друг друга. Все только говорят, говорят, говорят. Люди сконцентрированы на том, чтобы выразить что-то, да? Говорят, а друг друга не слушают. И в итоге сколько происходит там конфликтов, сложностях. Вот. Помните в книге «Притч» сколько много примеров говорится о том, что сделай ухо твое внимательным к слышанию. Вот так мудрость взывает. То есть сделай свои уши внимательным. Сегодня так трудно порой людям сконцентрироваться. Понимаете, мы настолько не любим напрягаться, что мы настроены вот на легкие вещи. Не случайно говорится, что в последние времена люди себе будут избирать таких учителей, которые бы льстили слух. То есть не нужно напрягаться, когда тебе говорят приятные вещи. А без напряжения не бывает роста. Без сложности, без преодоления чего-то, в том числе своей лени, своей инертности, своих стереотипов, не бывает роста, не бывает развития. И очень важно, драгоценное, когда мы видим с вами, да, что необходимо, вот я думаю, не я один такой, вот часто бываешь, вот собираешься какую-то информацию почерпнуть в интернете, да, ищешь в поиске, и вот находишь нужную для себя статью. Вот это, думаешь, вау, начинаешь ее читать и думаешь, да, это как раз то, что я искал. Вот. Но эта нужная статья, как правило, бывает непростой, бывает сложной. Нужно вчитываться в нее. Бывает так, глазами пробежишь, мало что поймешь. Нужно вот слышать уметь, да, вчитаться. И ты думаешь, да, статья интересная, как раз это то, что мне вот нужно, интересно, да. Вот. Но ты понимаешь, что она сложна. И ты думаешь, да, обязательно ее прочитаю, но сначала посмотрю, может, мне кто-нибудь там в Фейсбуке написал. Открываешь Фейсбук, смотришь там, о, там, комментарии. Это проще, там, две строчки, легче понять, да. Потом думаешь, так, а кто мне еще ВКонтакте, может, написал там, или там, комментарии поставил под какую-нибудь фотографию. Открываешь ВКонтакт, там еще. Потом думаешь, о, а Инстаграм-то я еще не проверил. Надо и туда залезть тоже, а вдруг там кто-то что-то прокомментировал, или плохое написал, а я тут сижу, не бодрствую. Залез туда, там точно так же, да. Потом там посидел так, почитал, потом думаешь, о, надо же как-то статью же, у меня же там статья, думаешь, ничего, статья никуда не исчезнет, она там у тебя в какой-нибудь вкладке. Думаешь, ну как-то вот я почитал более-менее комментарии, сейчас надо как бы посмотреть еще что-нибудь. Открываешь YouTube, там смотришь какие-нибудь ролики, и какие-нибудь такие ролики, там тебе в рекомендациях такие ролики. Ты там посмеялся. Вечер наступил, ты так статью, которую ты изначально и собирался прочесть, ты для этого и пошел в интернет. Ты думаешь, ну ничего, завтра с утра со свежими силами ее прочитаю. И так у тебя эта статья во вкладках непрочитанной лежит неделями. Бывает такое у вас, да? У меня такое бывает. Почему? Потому что мы не хотим напрягаться. Нам не хочется, нам вот легкие вещи. Казалось бы, пастор, ну что, так разве сложно слушать? Ну, ерунду бывает и легко слушать, да? Но порой важные вещи мы не хотим слушать. Нам хочется больше развлекаться. И мы не умеем слушать друг друга. Это и из эгоизма, насколько мы сильно сконцентрированы друг с другом, и из-за всевозможных там состояний, в которых мы бываем, когда думаешь, да ладно, ладно, там я вот ты как бы в своем находишься, и бывает сколько вариантов, когда вот важные вещи говорят нам, а мы пропускаем. И, возможно, это бы нам спасло жизнь или там, по крайней мере, уберегло от многих проблем, но мы так и не слушаем. Почему? Ну, потому что мы в своем, мы невнимательны ко всему этому, мы пребываем вот в этом состоянии. И в притче Иисус это сравнил с первой почвой, вот эта вот придорожная почва, да, когда вроде бы слово-то падает, но внутри нас оно так и не проникает, оно не остается. Мы не принимаем его. Почему? Да потому что не слушаем. И бывает вот одни и те же проповеди звучат. У одних людей потом вся жизнь может поменяться, а другие нет, они не слушали, они просто находились здесь. И сколько людей, которые вот со временем, они устают слушать, потому что ну, нам не хочется все время напрягаться, потому что, ну, понятно, важно развитие. И вот
люди приходят в церковь, и поначалу все новое, так интересно, и внимательно слушают, там, слушают проповеди. Потом, бывает, наступает какой-то момент, и все. Казалось бы, ты какую-то восполнил какой-то недостаток там, знаний библейских, какой-то информации, и ты уже в проповедях начинаешь там отключаться. Или когда читаешь Слово Божье, там, в первые разы так интересно, а потом все больше начинаешь отключаться, и тебе уже как-то, Библию открывать, понятно, там все, это, конечно, книга какая, даже прочитав несколько раз Библию, Библия – это книга для чтения непростая, правда же? Непростая. Намного проще открыть там какой-нибудь простой журнал какой-нибудь, какую-нибудь статью о разводах звезд там, или еще что-нибудь. И вот лучше почитать что-нибудь легкое. Вот. И мы не слушаем, мы не воспринимаем эти вещи. И поэтому в нашей жизни так порой мало силы Божьей, да? У нас порой мало из-за того, что мы не умеем концентрироваться, не умеем быть внимательными. Сегодня, говорит, вообще наше время – время рассеянного внимания, когда люди не могут подолгу ни на чем сконцентрироваться, они не могут услышать друг друга. Так мы заняты собой, так мы заняты своими мыслями, так мы не любим там воспринимать что-то от другого, так мы закрыты становимся. И в итоге многие Божьи благословения проходят мимо нас. Прилетают вот эти птицы, все уносят, что было, что не было – пустота. Дальше, смотрите, интересно, что слушать хорошо, но этого недостаточно. Когда ты слушаешь, важно уметь не просто слушать, но еще и слышать. И тут мы переходим с вами ко второй почве. Если первая почва, те, кто не слушали, то есть слово было, было и сплыло. Вообще никакого влияния. На вторую почву было оказано влияние. То есть слово было, слушали, но оно не проникло внутрь, не проникло глубоко. И если, смотрите, когда мы говорим с вами вот о слушании, да, слушать, быть внимательным, уметь концентрироваться, уметь воспринимать другого человека, то, когда мы говорим о слышании, да, слышание – это уже не просто внимание, это уже понимание, насколько мы понимаем. И тут вот посмотрите, в Евангелии же от Луки, в 9 главе, 43 стих, вот еще, да, примеры жизни нашего Господа Иисуса Христа. «И все удивились величию Божью», 43 стих, «удивлялись величию Божьему, когда же все дивились всему, что творил Иисус», Он сказал ученикам своим, вот смотрите, 44 стих, «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие, но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись». Видите, когда люди слышат, да, слушают, но не понимают. То есть то, что говорил Иисус, имеющий уши, да слышит. Да? Важно не просто слушать, но слышать. То есть понимать, размышлять. И тут как раз говорит о том, что важно понимать, да, важно размышлять, важно анализировать то, что мы с вами слушаем. Поэтому не случайно я у нас в церкви много говорил о критическом мышлении. Потому что на прошлом собрании, да, мы с вами разбирали, я приводил пример, помните, из фильма, который вышли нашего одного из журналистов российских, Бориса Соболева, с таким неблагозвучным для христиан названием «Идущие к черту». Помните, да, где говорится об экстрасенсах, битвах экстрасенсах, колдунах, парапсихологах, всевозможные силы и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, да? Вот. То есть драгоценные, конечно, хорошо слушать, но все дело в том, что то, что мы слушаем, из того, что мы слушаем, немало неправды, немало лжи,
немало непроверенной информации. А мы с вами вообще, говорят, живем во время так называемых fake news, эти ложные новости, где очень трудно понять с вами, да, где правда, где быль, а где выдумки обычные. Вот в это время живем, и ты думаешь, вот как вот? Вот и поэтому и важно, драгоценное умение понимать. Вот я рассказывал вам, да, вот о том, что люди часто, они не хотят вникать в это. Вот хотят верить всему, всяким сплетням, всякой лжи. Как вот многие люди, они злятся часто не на шарлатанов, выдающих себя там за каких-то обладающих колдовскими силами, парапсихологическими разными магическими вещами, да, а они доверяют, они им доверяют, не проверяя это. И в итоге им вешают лапшу на уши, да, этим людям верят, и, по идее, они должны на них злиться, на тех, кто обманывает. Они часто злятся на тех, кто пытается раскрыть глаза, показать. Смотрите, вот, сколько там на того же этого журналиста Бориса Соболева разозлилось людей. Да как он может? Думаешь, вот посмотрите. Вот очень часто, драгоценные, послушайте, вот очень часто, как мы можем верить или не верить, когда что-то слышим. Прежде всего, мы соотносим с тем, что лично пережили в своей жизни. То есть соотнести веру с нашим знанием, которое мы приобрели вследствие того, что мы видели лично, переживали лично то или другое. То есть мы с этими вещами должны соотносить с вами именно слышанное с тем, что видели. И не случайно вот в этих фильмах и показаны были, что все вот эти эксперименты, когда они были вот без всяких подтасовок, без всяких договоров, да, то у этих экстрасенсов, этих битвах экстрасенсов, победителей, лучших из лучших, ничего не получалось. Не то, что мало получалось, ноль. Вообще ничего. И он и показал, что да, драгоценные, вот те, кто называет себя экстрасенсами, колдунами, парапсихологами, там всевозможными, это ложь чаще всего. Но люди настолько бывают верят в лжи, потому что, послушайте, мы доверяем часто не нашим размышлениям, не анализу, а мы больше доверяем подаче. Если человек что-то делает уверенно, если он что-то делает так с громким голосом, с уверенным видом, горящими глазами, мы думаем, ну если этот человек так это все делает, ну, наверное, это правда. Хотя это может быть просто-напросто актерство. И очень часто лгуны, профессиональные лгуны, очень хорошие актеры, очень могут хорошо все подавать. И люди не размышляют, люди просто слепо верят, слепо доверяют, слепо идут и наживают себе кучу всевозможных проблем. Поэтому размышляйте. То, что мы верующие, не означает, что мы должны верить всему, что слышим. Нет. Мы должны проверять, мы должны вникать в слово, мы должны понимать, мы должны анализировать, мы должны рассуждать, понимаете? Очень-очень важные вещи. Вот я вам рассказывал о том, что есть в Америке очень известный фокусник, иллюзионист Джеймс Рэнди, который создал свой фонд $1 000 000 любому, кто покажет какие-то паранормальные экстрасенсорные силы всевозможные. И вот за все эти долгие годы существования этой премии Джеймса Рэнди никто так и не, при соблюдении всех научных условий, никто так и не смог это продемонстрировать, да? $1 000 000 там так и лежит, никому не было раздано, да? И вот этот Джеймс Рэнди, он проводит часто лекции, и он показывает многие вещи, которые мы не хотим верить. Например, вот сегодня огромная там вера в гомеопатию, во все эти таблеточки, что есть такое, как бы, вот, что если взять какое-то вещество и его много-много-много раз растворить там в какой-то степени, то чем больше ты его растворяешь, чем больше ты его разводишь, тем оно становится сильнее. Если вы вдумаетесь, как так может быть? И Джеймс Рэнди говорит такую вещь, говорит, гомеопатия, это все равно, что вот если вы вот на наших условиях, на нашем центральном пруду возьмете таблетку аспирина, бросите в центр нашего городского пруда,
Хорошенько размешаете, пару лет подождете, чтобы аспирин растворился, потом подойдете со стаканчиком, наберете и скажете: вот сейчас это такой силы аспирин, любая головная боль пройдет. Кто-нибудь так делает когда-нибудь? Джеймс Рэнди на своих выступлениях делает такие вещи интересные. Он говорит: вы знаете, специально перед этим выступлением мои помощники пошли в гомеопатическую аптеку и купили средства от сна, например, гомеопатическое. И он берет там горсть таблеток и говорит: вы знаете, здесь, судя по всему, такая доза снотворного, что она должна убить любого человека, и меня в том числе. И он берет эту горсть, выпивает в начале выступления, запивает водой. Ему уж, по-моему, 90 лет, все еще жив. Когда об этом говоришь, ты думаешь: а, подождите, подождите, да? Вот у тебя конфликт, потому что мы хотим верить, что какая-нибудь сахарная таблеточка нас полностью исцеляет. Мы хотим верить. И скажешь: так я верил, и как-то у меня все нормально было. Да потому что ты верил, у тебя все нормально было. Можешь даже без таблеточек верить. Вы понимаете? Без всяких таблеточек. Просто верить Господу, и Бог будет исцелять. Ну, людям приятнее вот эти верить, вот эти все эти вещи. Вот. И, к сожалению, среди христиан немало вот этих занимает там святая вода, вот это самая святая, вот это самая святая, рассвятая вода. Вас не настораживает все, что это платно делается, а? Вас не настораживает, что вам все это продают, а? Важно быть честным. За все существование нашей церкви мы ни одного брака не венчали платно. Мы ни одного крещения не проводили платно. За все существование церкви хотя бы один скажет: Виктор, в вашей церкви меня крестили платно. Кто-нибудь здесь есть? Или кто-нибудь здесь есть, кто скажет: в вашей церкви меня венчали платно? Ну, про то, что отпевали платно меня в этой церкви, я думаю, тут никого нет точно. Понятно, что любая церковь существует за счет добровольных пожертвований, но даже в этом очень важно быть честными, не продавать благодать Божию, понимаете? Это разница: торговать благодатью, торговать исцелением, торговать спасением, торговать освобождением от бесов, торговать благословениями или собирать пожертвования. Огромная разница в этом есть. Согласитесь? И есть немало, в том числе и религиозных манипуляторов, которые просто-напросто, они хотят заговорить, заболтать, вот, чтобы ты не анализировал. Давай, сделай это прямо сейчас. Услышал прямо сейчас. И заметьте, часто обманщики, шарлатаны, они говорят множество слов для того, чтобы ты не включил разум и не начал об этом думать. И это обычно очень часто срочно, побыстрее и прочее, прочее, прочее. У нас в семье... Пару лет назад вообще был тоже такой случай, когда, знаете, сейчас вот у нас есть по всей стране, в частности в нашем городе, куча людей, которые там звонят и говорят: вот там бесплатно обследуем вены ваши, еще, да, много же такого есть. Бесплатно проводим там, вы там попадаете под квоты всевозможные, вы попадаете там какие-то программы правительственные, приходите к нам, мы вас всего обследуем, исследуем. И люди приходят, моя жена пошла на такое вот, не спросясь. Нет, на самом деле она спросилась. И она пошла туда. Пошла туда, и там часто, там начинает так обследовать, и вдруг говорит: о, как же вы выжили до сих пор? Вы знаете, врачи, как бы псевдоврачи на самом деле, но ведут себя чисто как экстрасенсы. Как экстрасенсы: если вы сейчас мы не совершим особый ритуал, он стоит всего-навсего 250 тысяч рублей, то этой ночью будет точка невозврата, вы можете потерять своих детей. И точно так же: как же, вам нужно срочное лечение. И там начинают эти все лечения. Я помню, она говорит: подождите, там какая-то сумма 100 тысяч там нужна. Там. Она говорит: я должна мужу позвонить. Позвонила мне. Я говорю: нет. Она положила. Она говорит: да вы что, разве можно в таких вопросах мужу доверять? Вы что, он же не понимает. Мы врачи, мы понимаем. И начинает так, знаете, вот забивать словами. Это как, знаете, как вот тот же самый принцип вот этого, вот, когда словами людей буквально не дают ум, а лишают ума. Как
вот у больниц раньше было, когда толпы цыганок набрасываются, они же понимают, туда люди ходят к больным родственникам, часто к тяжело больным родственникам, и начинают говорить, 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 и те из кошелька дают все деньги, а потом: «А-а-а, меня ограбили!» А их уже след простыл. Забалтывание происходит. И вот точно так же происходило забалтывание, забалтывание, забалтывание происходит всевозможное. Люди не думают, люди не размышляют обо всем этом. А говорят такие слова, там какие-то термины, которые там вроде бы ты понимаешь, но не до конца. Думаешь, ну, наверное, сильное такое слово, если они знают такие умные слова, наверняка это правда. И в конечном итоге что происходит? Потом уже, когда там все, благодаря только помощи юристам, мы смогли как бы из этой псевдополиклиники, с этими псевдопроверками кое-как, но там пришлось уже мужу этой женщины подключаться. Чтобы это все, понимаете? А сколько людей, особенно пожилых, да, сколько просто... были обмануты, нам кажется, да невозможно, невозможно быть настолько циником, чтобы обманывать многодетных семей, матерей-одиночек, пожилых пенсионеров, у которых пенсии-то часто около 10 тысяч рублей, и требовать с них 300 тысяч, да это безумие, драгоценные мои. Столько, к сожалению, лжецов на этой земле, которые наживаются на чужом городе, горе, поэтому будьте внимательны к тому, что слышите. Я ведь не случайно говорю, даже когда мы приходим в церковь, когда мы слушаем проповеди по интернету, мои в том числе проповеди, проверяйте по Писанию, точно ли это так. Ни один нормальный проповедник, ни один нормальный пророк не обидится. А лжепророк будет обижаться. Будет обижаться. Я понимаю, драгоценное, что мы не можем все, что слышим, проверять личным увидением. У нас у всех есть авторитеты. И это нормально, это правильно. Поэтому, драгоценные, будьте внимательны, кого вы ставите в авторитеты своей жизни, кому вы прислушиваетесь. Сегодня огромное количество людей, которые чему-то учат, им люди доверяют. А это все только ради денег, ради наживы происходит. Люди им доверяют. Давайте посмотрите на жизни людей. Огромное количество психологов, известных в том же интернете, они там советуют, как быть счастливым в семейной жизни, как быть счастливым в семейной жизни. Там такие лекции, такие умные слова. Потом смотришь на их биографии, там у этих психологов, советующих, как быть, часто развод на разводе. Понимаете, о чем я говорю? А когда развод на разводе, то получается развод. Они разводят. Вот эти все, вот эти вещи. Психологи вообще-то те люди, которых самих нужно пожалеть. Ни один же нормальный человек, он, как вот, хочу быть психологом. Обычно психологами становятся люди, у которых сами какие-то проблемы в жизни. И чтобы решить проблемы, они начинают изучать психологию. Так же происходит. Я к чему говорю? Не потому, что там, ой, не доверяю никому. Нет. Просто будь внимательным. Когда люди там с разводами советуют всем, как нужно быть счастливыми. Я посмотрю на твою жизнь и понимаю, вот вся твоя жизнь показывает о том, что счастливая семейная жизнь – это как можно больше поменять семейных партнеров в течение своей короткой жизни. Люди, которые часто больны, всех учат, как быть здоровыми. Ну как этому можно? Понимаете, будь внимательным к тому, что ты слышишь. Размышляй, не принимай на веру это все. Часто люди учат там, как быть бизнес-богатыми. Хотя весь их финансовый успех только в том, что они учат, как быть богатыми. Они напишут книжку, как быть богатыми, отсюда у них и деньги больше, они ничего не знают. А сколько людей, верующих, в том числе и в нашей церкви, доверяли разным финансовым пирамидам, а? Драгоценные. В этом есть одно из благословений церкви. Я вам говорю, я пастор вашей церкви, я ваш пастор, ваш пастух. И мое призвание не только быть на сцене, там чему-то проповедовать там, или причастие проводить, но я так же, как вас, ваш пастух. Это отличие большое между, например, те, кто в нашей церкви, и те, кто просто смотрит по интернету. Вы можете прийти, я готов с вами помолиться или дать вам совет. Причем, удивитесь, бесплатно.
Вот секретарь нашей церкви Елена. Елена, сколько раз у нас у пастора были платные приемы? Нет. Это психологи за полчаса берут 75 тысяч часто. Бесплатно. Ты скажешь, вот если бы ты брал, Виктор, 75 тысяч, я бы поверил, что ты правду скажешь. А за бесплатное отношение бесплатное. Понимаете, да, к чему? Люди думают, ну, если это было бы что-то ценное, Виктор бы брал деньги. Очень трудно. И они доверяют шарлатанам. Порой бывает истина бесплатно. А за ложь ты кучу денег выложишь. Люди часто прибегают ко мне, когда уже я не знаю, что сделать. Бывает, назанимали денег у людей какие-то непонятные шарлатаны или вложились в какие-то непонятные проекты. А потом раз, те, кто в деньги взял, пропали. Пастор, как так? Обманули нас, деньги забрали. Сколько раз я здесь говорил вам, не верьте всяким этим людям, которые там предлагают, а вот у нас чудо-пылесос, сейчас вложись, так разбогатеешь на этих пылесосах. Или еще сколько раз я говорил об этом. Но когда такое говорится, когда приди ко мне, посоветуйся заранее, не потом уже, а заранее. Но часто, знаете, не приходят советоваться заранее. Типа деньги любят тишину. Я тебе открою истину. Мошенники тоже любят, чтобы все по-тихому было. А что Виктора спросить, да? Приди ко мне спросить, бы тебе сразу бы сказал, ни в коем случае, дела не имей с этими. Спроси, узнай, уточни. Но люди думают, ну, Виктор, он не до конца понимает. Есть у нас в церкви такие мудрецы. Виктор, он не все понимает, не все. Все-таки есть такие пирамиды, где можно разбогатеть. Их мало, может быть, даже одна. Слава Богу, я попал в верную пирамиду. Виктор, он прав, но он не знает об этом. Он не все знает. А потом бежит, пастор, что делать, как деньги вернуть? Приходят судебные приставы и так небольшую зарплату ополовинили и забирают. Что делать? Как быть? Ха, деньги забрали. Пастор, что делать? Ну теперь я могу только за тебя помолиться, брат мой. Конечно, молитва – это сила. Но если бы ты пришел заранее, то ты бы еще мог и совет получить. И даже молиться не нужно было бы, все бы хорошо было. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Я знаю, это неприятно. И люди есть такие, которые пытаются. И я хочу сказать, потому что, к сожалению, среди верующих бывает немало тех, кто просто обманывает других христиан. Типа, я же верующий, доверяй мне. Верующий верующего не обманет. Я в жизни убеждался, обманывают, к сожалению. И Библия говорит, не во всех, к сожалению, вера, кто утверждают, что они верующие. И в первой церкви, апостол Павел пишет, было немало обманщиков. Есть немало людей, которые могут тут у нуждающих занимать денег, а потом пропасть. Есть немало людей, которые берут там под расписку, а потом ничего не возвращают. Есть такое, происходит. Неприятно об этом говорить. Но это, к сожалению, происходит, эти вещи. Поэтому и Слово Божие говорит, да, апостолы пишут, да, тот же Иаков говорит, удерживает плату там у работников, не отдают деньги. Есть такое, есть, это обман. Верующие делают это, к сожалению. Поэтому нужно быть внимательными, что мы слушаем. Не просто слушать, а слышать при этом. Уметь думать, уметь размышлять. А когда насаживаются тебе, знаешь, чтобы ты не размышлял, это точно, сейчас еще немножко, а сегодня прям такой день, мы можем за полцены, вам так повезло, срочно давайте заплатите деньги, не 100 тысяч, всего 60 тысяч. И все, но это только в течение этих 5 минут. Дальше уже, извините, будет дороже. И человек ставится в ситуацию, чтобы он не поразмышлял, чтобы он не посоветовался. Там, ни с мужем не пошла, не посоветовалась, ни с пастором не посоветовался. Вот нужно срочно, деньги любят тишину, нельзя никому говорить. Прям такой шанс. Потом такая тишина. Обманули меня. И мы пытаемся думать, а кто виноват?
Прежде всего, мы сами виноваты. Мы сами виноваты. Важно не просто, чтобы семя попало, но чтобы оно проросло. Важно его почувствовать, понимаете? Важно размышлять. Важно анализировать. Важно рассуждать об этом. Бог нам не только веру дал, Бог нам, слава Богу, еще мозги дал. Бог нам разум дал. Это очень важные вещи, да? Вот. Ну и третья почва, да? Почва. Первая, значит, была почва придорожная, да? Вторая почва каменистая, когда глубоко не пошло. Человек услышал, думать не стал. И третье, где всякие тернии выросли, всевозможные сорняки. И вы знаете, я говорю, первое, что важно, важно уметь слушать, быть внимательным, уметь концентрироваться, слушать, что тебе говорят. Второе, важно уметь слышать, думать, размышлять, анализировать, понимать сказанное, да? И третье, важно уметь слушаться. Когда ты понимаешь, важно уметь слушаться. Если ты убедился, что да, это так, да, это правда, читаешь Слово Божье входит внутрь тебя, теперь начинай это исполнять, слушаться, потому что мало просто понять, важно исполнить. И тут мы сразу вспоминаем знаменитую притчу Иисуса Христа о двух домах. Один был построен на песке, другой был построен на камне. Иисус говорит, есть люди, которые слушают, но не исполняют. Дом на песке. Буря, шторм поднимается, и дом падает. И есть другое на камне. Люди, которые не просто слушают слово, а исполняют его. И тогда этот дом устоит во время любых испытаний. И ты знаешь, это накладывает, вот когда мы говорим вообще о языке, о словах, это накладывает на нас ответственность, двойную, я бы сказал. С одной стороны, ответственность за то, что мы говорим. Когда мы говорим какие-то непроверенные вещи, то, что Библия называет слухами и сплетнями, то мы, может быть, даже не желая этого, становимся распространителями лжи. Я тут вспоминаю знаменитую притчу о Сократе, когда к Сократу пришел юноша, к древнегреческому философу пришел этот юноша и сказал: «Сократ, знаешь, я хочу тебе рассказать слова одного человека о тебе». И Сократ ему сказал: «Подожди, прежде чем что-то сказать, просей через три сита. Первое сито, сито правды. Было ли это на самом деле? Ты это сам видел?» На что юноша сказал: «Нет, мне об этом только рассказали». Значит, ты сам не видел. Тебе просто рассказали, что кто-то что-то обо мне тут говорил, да? Первое сито правды не прошло. Второе сито, сито доброты. То, что ты будешь говорить, это о добром или о негативном? Нет, это не о добром, это плохие вещи о тебе говорили. Значит, второе сито, сито доброты не прошло. И третье сито, сито пользы. Насколько вот то, что ты бы сказал, хотя ты точно сам не уверен в то, что есть, что это правда не уверен, и доброго в этом нет, какая польза? Что Венчик говорит: «Ну не знаю, наверное, никакой». Он говорит: «Видишь, все три сита. То, что ты хочешь мне сказать, не проходит в эти три сита. Зачем ты собираешься все это рассказать?» Это очень переплетается вот с этими словами Христа. От слов своих человек оправдается или осудится. В действительности, драгоценные, мы не понимаем, насколько великая сила слова. Словами можно оживить, словами можно опустошить, словами можно вдохновить, словами можно осадить человека. После слов, бывает, крылья расправляются хороших, да? А после других слов, наоборот, просто мрак вокруг. Что мы несем своими словами? Что мы несем своими словами? Может быть, иногда лучше помолчать, как мы читали, да?
Будь скор на слышание, а не на слова и не на гнев. Мы часто торопимся говорить, не услышав другого даже. Важно быть внимательными, с одной стороны, да, что мы говорим. С другой стороны, важно быть внимательными к тому, что мы с вами слушаем. Потому что вера от слышания. Но вера может быть не Божья. Вера Божья, она от слышания Слова Божьего, от слышания правды, от слышания истины. А можно иметь веру дьявольскую, от слышания лжи, от слышания слухов, от слышания негативных, ядовитых слов, которыми мы, не обращая внимания на то, что слушаем, да, сами себя отравляем, принимаем яд. Мы живем, к сожалению, на земле, где дьявол, лжец и отец лжи многих вдохновляет на то, чтобы говорить неправду. Поэтому нам нужно быть внимательными. И в самом конце давайте откроем евреям, послание к евреям, вторую главу, чтобы завершить. И прочитаем с вами первый стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Вы знаете, в отличие от предыдущих языков, язык жестов, язык запахов, язык отражений, о словах в церкви говорится довольно много, и об этом говорится довольно часто. Я даже думал, стоит ли брать о языке. Мы об этом так много разные там, причем в разных аспектах это рассматриваем. Но чем больше я об этом думал, тем больше я понимал, что это очень важно. И поэтому говорить об этом нужно часто и нужно постоянно. Вот о языке речи. Языке речи, который настолько важный, настолько сильный, что он именно и формирует нашу веру. Либо веру в ложь, либо веру в правду. Либо веру Богу, либо веру дьяволу. Либо веру, которая может укрепить и созидать нашу жизнь. Либо веру, которая может разрушить нашу жизнь. И, конечно же, мы приходим в церковь за верой Божьей, не абы за какой. Когда там вешают лапшу на уши, ай, всему верю. Нет, мы хотим иметь веру Божью, веру созидающую, веру исцеляющую, веру, дающую жизнь. Поэтому мы должны быть внимательны к тому, что слышим. Может быть, Слово Божье нами быть не услышано? Нет. Может, Слово Божье быть нами не понято? Поэтому четвертая почва, да, почва, где нет камней, добрая почва, нет сорняков, и которая мягкая, а не как при дороге утрамбованная. И мы понимаем, что в действительности, чтобы такая почва была, нужно над ней работать. Потому что не бывает так изначально. Почва есть добрая, сорняков нет. Они все равно вылазят, их нужно регулярно пропалывать. Не бывает так, что вот добрая почва, ни одного камешка. Нет, и камни бывают. Их надо выкорчевывать и выбрасывать. И не бывает так, что почва такая рыхлая, открытая для семян. Нет, там часто придавлено, утрамбовано. Их нужно вспахивать. То есть драгоценное, чтобы быть доброй почвой не рождаются. Это не то, что есть такая четвертая, особая категория людей благословенных. Нет. Доброй почвой не рождаются, доброй почвой становятся. Это работа на то, как мы слушаем, это работа над тем, как мы слышим,
И это работа над тем, как мы слушаемся. И вот три вещи – слушать, слышать и слушаться. Это вот важная школа для каждого из нас, чтобы мы могли это освоить, мы могли воплощать это в своей жизни, быть внимательными, быть рассудительными и быть исполнительными, если понимаем, что услышанное – это правда. И теперь давайте закроем глаза и склоним головы. Я бы очень хотел, чтобы это слово каждый соотнес со своей жизнью, чтобы проверил себя с двух сторон. С одной стороны, кто я как говорящий? Насколько много в том, что я говорю, может быть, странного, непроверенного. Не являюсь ли я распространителем слухов и сплетен? Потому что, когда мы говорим о слухах и сплетнях, мы, как правило, себя видим в роли жертвы. Да, нас обманули, да, нам сказали какую-то неправду, а мы поверили, кого-то оговорили, а мы не поняли. Но ведь тот, кто оговаривает, тот, кто распространяет слухи, тоже человек. И весь вопрос в том, а как часто мы бываем таким человеком, который сам распространяет сплетни, слухи, негативные вещи, не просеяв ни через сито правды, ни через сито добра, ни через сито пользы. Как много в том, что мы говорим, правды, добра и пользы. Можно легко оправдывать себя, и мы всегда себя оправдываем. Я не знал, я сам поверил. Это, конечно, плохо, что тебя самого обманули, но то, что ты продолжил эту ложь распространять дальше – вот это уже твоя ответственность. С того, кто тебя обманул, будет спрошено Богом. Но с тебя, кто непроверенную информацию стал дальше распространять, тоже будет спрошено Господом. Поэтому важно быть внимательными к тому, что мы слушаем, чтобы не распространять самим ложь. И с другой стороны, посмотри на то, какой ты хороший слушатель, насколько ты умеешь слушать своего собеседника. Насколько важно, когда ты слушаешь, когда ты общаешься, воспринимать, а не просто высказываться. Умеешь ли ты? К сожалению, очень часто с возрастом люди закрываются и утрачивают способности воспринимать новые вещи. Важно внутри оставаться вот этим ребенком, о котором Иисус говорил: «Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Учись слушать, независимо сколько тебе лет, какой у тебя возраст, какое образование. Учись слушать, учись слышать. То есть размышляй, не верь слухам. Учись анализировать то, что тебе говорится. Размышляй, а не просто доверяйся уверенному тону или убедительной речи. Мошенники бывают так убедительны. Ну и, конечно, если ты убедился, что это правда, то не просто
услышь это, а послушайся этого, то есть воплоти в свою жизнь. А мы часто начинаем и бросаем. Начинаем следовать Слову Божьему, а потом бросаем, потому что заботы, вот эти тернии, да, прорастают, другие дела, посторонние всякие вещи, и ты увлекаешься и забываешь об истине. И в итоге эти тернии и сорняки убивают доброе растение. Проанализируй речь в своей жизни на основании тех мест Писания, которые мы сегодня читали с вами. Всемогущий Господь, я молю за каждого моего брата, за каждую мою сестру во Христе Иисусе. Я молю, чтобы язык речи, язык слов был для нас благословением. Чтобы наша речь укрепляла Божью веру, а не разрушала. Чтобы наша речь укрепляла добрые нравы, добрые взаимоотношения, а не была распространителем лжи, сплетен, слухов. Я молю, мой Боже, благослови, Господь, чтобы из наших уст были слова правды, слова благодати, чтобы мы не были злоречивыми, которые бьют друг друга словами, уничижают друг друга словами. Слышание рождает веру. Поэтому мы должны быть внимательны к слышанию, чтобы наша вера была основана на истине, а не лжи. Поэтому я молю Бог, чтобы у каждого из нас была вера Божья, без которой угодить Тебе невозможно. Во имя Иисуса Христа. Я молю, мой Бог, чтобы мы пересматривали свое отношение к нашей речи, пересматривали, Боже, к тому, что слушаем. Учи нас, Господь, чтобы это было для нас благословением. Во имя Иисуса Христа. Возьми руку ближнего. И я молю, всемогущий Господь, чтобы как в первой церкви, так и в нашей церкви никто из посторонних не смог примкнуть. Никто из людей, кто корыстен, у кого свои тайные, корыстные цели, не смог найти место здесь. Я молю, мой Бог, чтобы мы были мудры, как змеи, и просты, как голуби, чтобы Ты давал нам мудрость рассуждать, размышлять, что мы слышим, чтобы всякие лгуны и обманщики не нашли здесь места. Я молю, Господь, во имя Иисуса Христа, благослови, 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 Господь, даруй нам мудрости. Чтобы мы сами ходили во свете. И чтобы в этом свете все, чьи дела темны, были изобличаемы. Мы, Боже, стремимся верить истине. Мы будем верить Тебе, Твоему Слову, а не всякой лжи и сплетням. Учи нас пользоваться этим мечом слова, чтобы это было во благо, а не во вред,
чтобы наши слова были благословением друг для друга, для нас самих. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Чтобы мы воистину были людьми света. Людьми, в чьих жизнях свет. И чтобы этот свет был и в нашей речи, в наших разговорах, общениях, беседах, поучениях. Во всем был свет. Чтобы наши слова были приправлены не ложью, а солью. Благослови, Господь, чтобы наши слова были приправлены добротой, любовью. Потому что слова без любви – это медь звенящая, кимвал звучащий. Чтобы мы не просто создавали шум, а в наших словах была сила, соль, правда. Благослови, Господи. Благослови, Боже, чтобы наша речь была благословением для человека, чью руку мы держим, чтобы его речь была благословением для нас. Благослови, чтобы мы были доброй почвой во имя Иисуса Христа. Чтобы слово с небес, слово правды, слово истины всегда в нашем сердце находило отклик. Благослови, Господь. Я молю, мой Боже, дай покаяние тем, кто был небрежен к словам, невнимателен к услышанному. Мы каемся, Боже, перед Тобой. Очисти нас. Забывая заднее, мы устремляемся вперед. Меняй нас, Господи. Преобразуй нас, Боже, во имя Иисуса Христа. Преобразуй нас. Меняй нас.